полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины. Об этом в интервью американскому каналу НВК заявил президент Владимир Зеленский. Отвечая на слова интервьюера, что Украине нужен паритет по оружию, а на это потребуется очень много поставок, Зеленский сказал: «Так и есть. Нам некуда деваться. Мы у себя дома». Действительно, США дали нам много всего, и я им благодарен. Но нам нужно намного больше. Так и есть. Война точно закончится. Я уверен, что она закончится победой Украины. Как бы там ни было. Как бы тяжело ни было. Мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. А чем еще может закончиться война? Только так, сказал он, добавив, сколько сможем, будем это делать. Глава государства призвал союзников больше поддерживать Украину, потому что мы не сможем победить одни. Мы построим новое государство. Государство мечту, заверил он в конце интервью, уточнив, что не знает, сколько на это уйдет времени, денег и усилий специалистов. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!